на тот, да везде выращивают папайю, кокосы, арбузы выращивают. Везде, куда бы ты ни пошел, везде плантации. Из меня не очень хороший ботаник, поэтому я не понимаю, например, что вот это тут растет. Какие-то елки практически или клены. Вот судя по форме листиков, пойди пойми. Ну, еще одна плантация. Вот внизу трубы лежат, это для подвода воды к грядкам. И вот так вот вдоль всей дороги. А, так это папайя и есть, только маленькая. Вот те же самые листья, только уже плоды внизу висят. Это вот не папайя, но тоже непонятно, что это. Биологи, ботаники, мы не очень. Это удивительно. Остров Тодду 2 на 1 километр. То есть всего ничего, земли всего ничего. Но примерно треть острова не занята вообще ничем, то есть пустует. Хотя, казалось бы, вот луга, дикие травы. Руби, сажай свои папайи. Нет, пусто.